Фетиса Фарене полным ходом идут работы по подготовке к предстоящей в июле матчевой встрече России и Испания в рамках Кубка Дэвиса. Главная ледовая арена края уже растоплена. На это ушло двое суток. И рабочие приступили к монтажу дополнительных трибун и покрытия под финишный слой хард. Вот эта неделя мы заканчиваем подготовку. Все, со 2 числа приезжают люди с организации нашей теннисной России. И все, начинаем монтаж настила, монтаж бортов, монтаж. Здесь уже у нас будет две трибуны, вип-трибуна она с этой стороны, другая туда с запада. То есть все начнется за неделю, я думаю, мы этим закончим. Вместимость Фетисов-арены увеличат на 700 мест. Сегодня стартовала официальная продажа билетов на Кубок Дэвиса. Самая дешевая, третья категория, от 400 до 500 рублей. Самая дорогая, от 1,5 до 2000. Наплыва болельщиков пока нет, но администрация готова к очередям. Готовы. Это для нас не страшно. Это не страшно для нас. Что было на хоккее, это, естественно, прям и по поводу абонементов, мы уже привыкли к этому. Это не страшно. 17 июля в пятницу после церемонии открытия состоятся две одиночные встречи. На следующий день зрители увидят один парный матч, а 19 июля две одиночные встречи. Сборная России уже объявила состав. Во Владивосток приедут Андрей Рублев, Константин Кравчук, Евгений Донской, Карен Хачанов и Андрей Кузнецов. Испанцы со своей стороны объявили о том, что Рафаэль Надаль и Давид Феррер не сыграют на кортах Фетисов-арены. Марьяна Семенко, Дмитрий Сухоруков, новости спорта на 8.